С помощью бега можно улучшить память, ученые. По словам ученых, бег уменьшает негативное влияние хронического стресса на гиппокамп, часть головного мозга, отвечающую за память. Ученые из Университета Бригама Янга в США установили связь между бегом и улучшением памяти. Исследование на эту тему опубликовано в журнале Neuroscience. По мнению ученых, бег уменьшает негативное влияние хронического стресса на гиппокамп, часть головного мозга, отвечающую за память. Исследователи провели эксперимент на мышах. Одна группа животных использовала колесики в течение 4-недельного периода, в среднем пробегала по 5 километров в день, тогда как другая группа мышей вела малоподвижный образ жизни. Половина каждой группы подвергалась стрессовым ситуациям, таким как ходьба на приподнятой платформе или плавание в холодной воде. У всех животных изучали способность запоминать, заставляя проходить лабиринт. Выяснилось, что испытавшие стресс мыши, имеющие физическую нагрузку, справляются с задачей лучше, чем те, кто не занимался бегом. Такое же преимущество было зафиксировано и у активных мышей перед неактивными, которые не подвергались стрессу. Женская память лучше мужской ученые. Напомним, ранее американские ученые разработали метод улучшения памяти, который основан на электростимуляции мозга. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.